Доброе утро, мои великолепные! Независимо от погоды и времени года, красивым хочется быть всегда. Подскажу вам несколько ярких бьюти-блогеров, у которых есть чему поучиться. Виктория родом из России. В своем блоге все внимание уделяет макияжу глаз. У нее можно найти сотни вариаций, как сделать эту часть лица более выразительной и яркой. Особенно ей нравятся влажные текстуры и блестки. Тут не найти повседневного макияжа, зато вас впечатлят цвета и аксессуары, с которыми вы сможете стать звездой любой вечеринки. А все подробности выбранных деталей легко прочтете в описании. Если блистать, то только так. Если вас привлекает стиль боха, то обязательно загляните в этот аккаунт. Тут вы узнаете, что он существует не только в одежде. Боха – это сочетание разных направлений – хиппи, кантри, винтаж, этнический. Именно это и демонстрируют авторы аккаунта, предлагая новые оригинальные идеи для макияжа и причесок в оригинальной подаче. Не обязательно все повторять, можно просто смотреть на красивые фотографии. И, наконец, не просто красота, а скорее стиль демонстрирует София. Она ведет лаконичный аккаунт, в котором можно почерпнуть несколько идей для гардероба. Ее выбор отличает минимализм и классика, что может подойти как для повседневных выходов, так и для элегантных вечеров. Кстати, если вам захочется скопировать ее образ полностью, то все явки и пароли в описании. Подписывайтесь и вдохновляйтесь. Ну что, вдохновились? Старайтесь искать в каждом новом дне повод для радости. Красивых вас всем в ленты, позитивных изменений и до встречи через неделю!